Владимир Сапрыкин. Школа. Читает автор. Ранним утром первоклашки, озорные промокашки, в школу шли без колебаний, чтобы там набраться знаний. А дворовые все кошки, разместившись вдоль дорожки, завистью на них смотрели. Очевидно, что хотели тоже, как они, учиться, чтобы знаниями гордиться. Но нет школ для этих кошек, с детства беспризорных крошек. Кошачьи школы — это вздор, ведь кошек учит жизни двор.